Минулого тижня в Запоріжжі відбулися відкриті змагання за кубок з військово-спортивного багатоборства. Вони зібрали біля 150 спортсменів з різних куточків України, в тому числі і з Мелітополя. Спортсмени змагалися у таких розділах, як стрільба та рукопашний бій. Тренер Андрій Жорняк зазначив, що його вихованці показали добрі результати. Наша команда виступала в соревнованиях, приймала участь в соревнованиях по воєнно-спортивному многоборю. Воєнно-спортивне многоборю включає в себе несколько розділів. Перший розділ – це стрільба, другий розділ – це рукопашний бой без холодного оружия. Значит, в составе нашей команды были спортсмены, которые занимаются в Центре детско-юношеского творчества, а также в городском и районном центре «Спорт для всех». Ребята приняли участие и, как всегда, мы вернулись с наградами. Некоторых подвело то, что стреляли они впервые в жизни. И как бы, результат стрельбы повлиял на общий результат. Значит, ну, один из спортсменов, это Гаврилов Артем, впервые у нас занял первое место, поэтому ну, радость была безгранична. В загальному заліку багатоборства мелітопольські спортсмени посіли перше, друге та третє місця. Учасники багатоборства говорять, що змагатися було нелегко. Мне соревнования очень понравились. Я в первый раз занял первое место по рукопашному бою. У меня был один соперник. Мне было немножко сложно, потому что я был дрался во второй раз. По стрельбе я отстрелялся хорошо, я попал в мишень. Мне очень понравилась наша поездка. Рукопашный бой более легче, чем карате. В рукопашном бою можно бороться, бить в голову и ногами, и руками. По карате надо бить в живот ногами и руками. Там нельзя бить по карате в лицо руками. А по рукопашке можно в лицо руками и ногами бить. На следующей неделе мы поедем по карате в Запорожье. Юні каратисти не збираються зупинятися на своїх досягненнях та невдовзі планують поїздку до Запоріжжя на наступні змагання.